Лучшие волейболистки «Орла» и области весь год боролись за титул лидера. 10 женских команд. В течение всего 2016-го шел отбор. И только на днях определились сильнейшие. Эти соревнования входят в единый календарный план спортивных мероприятий Орловской области и имеют, конечно, большое значение. То есть это областного уровня соревнований. Проведение чемпионата достаточно затянулось. Закончить его должны были еще в минувшем году. Но на то были веские причины. Участие наших команд-ветеранов во всероссийском турнире «Карантин» и, конечно, сессия у студентов. Поэтому чемпионат завершился только в эти выходные. Победитель определился. В очередной раз стала команда ВОС университета и детских спортивных школ. Сборная «Сдюшор-10» и детской спортивной школы «Номер-7». Такая молодежная команда заняла уверенно первое место, не проиграла ни одной партии. В этом году девушки сборной не будут принимать участие в соревнованиях команд Первой лиги России. Волейболистки находятся в неплохой форме, но не хватает игр. Вика Демина – кандидат в молодежную сборную России. Играет на протяжении 4 лет в сборной госуниверситета «Сдюшор номер 10». С каждой игрой мы все росли, наигрывали новые комбинации, и этот турнир нам помог увидеть что-то новое, увидеть новые перспективы. И в дальнейшем, я думаю, благодаря этой сыгранности, которую мы получили в результате этого турнира, поможет нам в дальнейшем. На втором месте прогрессирующая команда Орловского района. Бронзовые призеры – спортсменки «Динамо». Анна Марчева, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».